бомбоящик россиянам заменяет много чего. Секс, еду, поход, театр, друга верного плечо. О насущном и о важном все ток-шоу говорят. Зомбоящик россиянам заменяет все подряд. И траву, травушку, травушку, муравушку, и грибочки, ягодки, да цветочки, лютики. Смотрят телек, деточки, даже на красавица. Зомбоящик Познеру одному не нравится. Ну а если россиянам отключить в квартирах свет, за любимым сериалом с телефонов в интернет будем пялиться в дом 2, пока не лопнет голова. А победитель шоу «Голос» пусть нам песню пропоет. Ни к чему нам травушка, травушка, муравушка, и грибочки, ягодки, да цветочки, лютики. Смотрят телек, деточки, даже на красавица. Зомбоящик Познеру